Пусть ваши сердца исполнятся отваги. Медичи будет нашим, если мы будем сражаться за него. У вас отлично получается. Я прибыл как только смог. Спасибо, что так быстро. Ситуация этого требует. Мощь Бавария никому не должна служить. Да ладно, никому? Могущество отравляет разум обладателя, каким бы ни была его природа. Рико. Для перевозки технологий и материалов исследований Бавария Диравелла пользуется вот этим. Ну надо же, у него и поезд собственный есть. Этот поезд направляется в аэропорт МДР. Генерал хочет вывести Баварии с острова. Этого не должно случиться. Поезд нужно остановить, прежде чем он доберется до цели. Рика, Марио Фриго готов помочь. Вертолетом управлять умеешь? Марио Фриго тут не помощник. Я могу полететь. Что ж, значит решено. Удачи, Рико. Цепляйся за вертолет, Рико. Я доставлю тебя на поезд. Ну что, поехали? Здесь скоро пройдет поезд. На нем мы сможем встретиться с составом, который приказал уничтожить Роза. Ждешь гостей? Именно. И защищай свой состав любой ценой. Боюсь, нам не дадут легко это провернуть. Я буду наблюдать за тобой с неба. Приготовься! Твой состав вот-вот будет здесь. Занял позицию. Отлично, Рико.
Я буду давать тебе информацию сверху.
устроить крушение и уничтожить встречный состав? В чем дело, ребята? Атакована цель.
Всем бойцам собраться по координатам. Ответьте немедленно. Потеряли. Возвращайтесь по местам. Неприятности. А я люблю неприятности. Сообщение о нападении в области. Всем бойцам собраться на точке.
всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Вы правда этого хотите? Наша надежда, Рико! Скажите, где сражаться? Посмотри, все ли зубы на месте, фратре. Я понимаю, что Рико... Вот так вот. Обнаружены повстанцы. Немедленно направиться по этим координатам. Еще патроны. А вот и король бунтарей.
настоящий генерал. Вот это тебя приплющило. Свободы, власти, порядок. Мы с ним больше не общаемся. У военных при себе заложник. Угони машину и доставь заложника в безопасное место, Рико. Ты что? Я только ее воском покрыл. Прошу подкрепление! Это центр. Мы его поймали? Что происходит? Скажу, доложите. Быть крутым – тяжкий труд. Мой знакомый рассказывал, что как ты раскатал.
тоже ценная штука. Рико, разведка сообщила, что лимузин должен забрать информатора Диравелла. Угони лимузин и похити информатора, выдав себя за водителя. Все под несчастный случай. Разбей машину, выпрыгнешь из нее. Где в последнюю секунду. Где тебя носило? Я мог уже пешком дойти. Хорошо, Рико. Может, отличное тебя ждет славное будущее в шпионском деле. День 913. Сегодня вялости армии будет положен конец. Командование и контроль – вот краеугольные камни в моем видении мира. Пораженцы, заливающие глаза вином, больше не будут сидеть на шее у правительства. Солдаты сменят мягкую кожу на прочную шкуру,
Их разум станет стальным капканом решительности, а волю заменят мои приказания. Сегодня когти моего возвышения вопьются в податливое тело этой нации.